Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info. И в этом видео я покажу вам, как перезагрузить колонку Yono Bluetooth Speaker от Amazon. Итак, для этого мы просто берем и зажимаем данную кнопочку примерно секунд на 10. То есть смотрите, как это делается. Давайте я сделаю это так, чтобы вам было видно все равно индикатор. Нажимаем кнопочку питания. Так, секунду, сейчас поудобнее как-нибудь это сделаю, а то он нажимается крайне туго. Нажимаем кнопочку питания. И обычно ждем 3 секунды, чтобы она выключилась, но держим дальше. Ждем. И только примерно спустя 10 секунд отпускаем. И она у нас заново включается. Именно таким образом мы ее перезагрузили, а не просто выключили и включили, если кому-то это интересно. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока.